Давайте рассмотрим несколько примеров работы со строками. Заведем новый ноутбук. Давайте дадим ему имя strings. Угу. Укажем, что мы используем третий Python. Так, и дальше давайте заведем третий Python. Указываем. И заводим пару переменных, в которых запишем две строчки. Давайте у нас будет две строчки A и B. В A запишем string, в B запишем another string. И давайте просто выведем эти две строки, передав их как параметры функции print. В результате видим, что наши две строчки вывелись как одна строка и добавился пробел, разделяющий эти две строки. То есть после string у нас идет пробельчик, который получился благодаря тому, что мы используем функцию print и передали в нее два параметра. В случае, если мы передаем функцию print несколько параметров, при выводе эти строки будут разделены пробелами. Давайте попробуем вместо того, чтобы выводить две строки, выведем одну, предварительно сложив эти две строчки вместе. То есть мы можем сказать print a плюс b. В результате мы сначала конкатенируем две наши строчки и потом результат уже выводим. В этом случае мы видим, что у нас наши две строки вывелись, но в отличие от предыдущего случая здесь нету пробела между двумя строчками, потому что конкатенация происходит следующим образом. Мы вторую строку непосредственно приписываем сразу за последним символом первой строки. Никакие пробелы в этом случае не добавляются. Давайте выведем наши две строчки на разных строках. То есть мы это можем сделать с помощью двух вызовов функции print. Если мы так сделаем, то у нас на первой строке выведена наша строка A, на второй строке выведена строка B. Тем не менее, мы можем использовать функцию print один раз. Для этого давайте сложим строки вместе и дополнительно добавим символ перевода строки slash n. Slash n. Если мы запустим, то мы увидим такой же результат, как и в предыдущем случае. Наши две строчки разделены переводом строки. Мы можем добавить комментарий к нашей операции, что мы здесь print in true different lines. Мы выводим результат на двух разных строках. Мы запустим эту команду, и снова результат тот же самый. Комментарий никак не влияет, не выводится. И вообще никакого влияния на работу программы не оказывает. В принципе, мы могли бы добавить комментарий где-нибудь здесь. Давайте добавим многострочный комментарий. Он может выглядеть как-то так. Скажем, multi-line comment. Если мы запустим на выполнение эту ячейку, то результат будет, какой был прежде. Эта строка не выводится. Просто комментарий, который фактически никаким специальным образом не интерпретируется Python.